Maserati Quattroporte и Gran Turismo – это, несомненно, две самые яркие модели, которые будут представлены на нынешнем мотор-шоу 2013. Бренд Maserati представлен на белорусском мотор-шоу впервые. И мы пока не знаем, что повлияло на тот факт, что машины приехали к нам в Беларусь. Какие надежды связывает официальный представитель марки у нас в Беларуси? И как вообще вы намерены продвигать марку на белорусской земле, если такое вообще будет? Для нас белорусский рынок очень важен, потому что все-таки 10 миллионов, а рынок это, очень, так скажем, большой. На сегодняшний день мы автомобили продаем из Вильнюса, это Modus Group. Но у нас в ближайшее будущее есть планы официально открыть здесь, в Минске, свое представительство. На сегодняшний день мы имеем уже как импортер контракт представлять автомобили на ваш рынок. А в ближайшее будущее, вот как я упомянул, что есть планы и здесь быть в Минске, как со своим офисом и со своим сервисом здесь. А можете конкретно указать стоимость, вот, допустим, Quattroporte, которая будет доступна для белоруса именно? Скажем, все равно это изысканный автомобиль, это такой бренд, он не может быть, скажем, ни экономический, ни какой там, скажем, дешевле. Все-таки он стоит 180 тысяч евро. Приблизительно это зависит от комплектации автомобиля. А гибли, которые выйдет летом, это автомобиль, цена будет где-то, скажем, в рамках 100 тысяч евро. Вы считаете, что на белорусском рынке, у нас в Беларуси, вообще продажи реальны и найдутся покупатели, люди, которые захотят иметть вот такую машину у себя? Мы уверены, что, скажем, такие автомобили тоже могут найти свое место, скажем, в белорусском рынке. И все равно здесь у вас бизнес расширяется. Есть свои возможности людям, которые, скажем, есть, скажем, могут покупать такие автомобили, есть и для, место для Maserati тоже находится. А вот вопрос на будущее. Вообще, сколько планируется продавать в целом модели Maserati в Беларуси, если не секрет? Это не секрет, но пока еще мы такие, скажем, исследования маркетинга не делали, но мы надеемся, что это будет не один десяток автомобилей здесь продано в этом рынке. А сколько продается автомобилей Maserati в вашем регионе? Скажем, я могу сказать, сколько автомобилей продается в мире. Это, скажем, на прошлом году, имея в виду, что это эксклюзивные лакшери автомобили, они были проданы 6 тысяч по всем мире. И, скажем, мы только что открылись в Вильнюсе, и пока еще и не имеем свою историю продажи, такую, что можно сказать, сколько за год мы продали. Но приблизительно можем такие автомобили продать где-то, скажем, имея в виду наш литовский рынок или другие, Латвия, Эстония, mm-hmm. Балтийские страны, где-то, ну, приблизительно тоже там, несколько десятков автомобилей в год. Под капотом Maserati Gran Turismo Sport находится двигатель объемом 4,7 литра, мощностью 460 лошадиных сил. С таким пламенным сердцем этот спорткар до сотни разгоняется всего лишь за 4,8 секунды. А максимальная скорость составляет 298 км в час. Увидеть на дорогах нашей страны такой поистине эксклюзивный спорткар действительно большая редкость. На мотор-шоу 2013 обе модели Maserati открыты для посетителей, и каждый желающий может хотя бы на секунду прикоснуться к итальянской мечте. Maserati Gran Turismo Sport собирается вручную. По словам официального дилера, в день собирается не более 28 моделей. К слову, стоимость такой машины составляет порядка 165 тысяч евро. Конечно, к качеству отделки внутреннего убранства претензий быть не может за такие деньги. Все настолько четко подогнано и выполнено в таком безупречном итальянском стиле, что просто дух захватывает, и выходить из кокпита этого самолета совершенно не хочется.